Смотрите, что у нас тут. Всем привет! С вами канал Art Money. Смотрите, у нас уха. Уха, у нас тут смесь из светофора. Я уже где-то показывала. И смесь. Какой мы там зуб добавляем? Вон она там. Так. И у нас вот такая вот смесь. Интересно, попробуем. И потом я сделаю на нее отдельный обзор. Куплю. Вот тут очень классно выглядит. И вот так вот в тарелочке это получилось. Такое необычное что-то. Из этой смеси, вот, видимо, каша, что ли, там какая-то, как будто какие-то ошметки непонятные, оторванные от чего-то. Вот, не знаю, сейчас попробуем. Наверное, вкусно. Вкусно тебе? Да, вкусно. У нас рыбка вот такая вот была, мама моя дала. Клала красную рыбу, а вытаскиваю уже белую рыбу. Диме отложил от косточек. Потом это уберу. И будет кушать. Сейчас он сухарики замачивает, да? Он суп ест с сухариками. Болею я прямо. Да, Дима еще добавок у нас болеет. Странная температура какая-то у Димы, да? Сопли, кашель, горло. Спрашиваешь, что у ребенка горло болит? Нет. Нет, не болит. Нет, нет. Смотришь, красное. Начинаешь давать, даешь. Болит? Не болит. Смотрит, вроде нормальное горло. А на самом деле болел, он молчал. Вот и домолчался, что заболел до температуры, да? Да. Угу. А еще смотришь, что вроде оно красное, то второй раз смотришь, вроде нормальное. Определять как-то вот я еще не научилась. Да? Да. Что ты балуешься-то? Ешь, давай. Это я тебе махаю руки. Зачем? Чтобы есть так было хорошо и плохо. Улеганишь, да? Покупаю я джинсы в Альберсе.